обменивается трехкомнатная квартира улучшенной планировки в городе Кувандыке на однокомнатную в Оренбурге или продается. Звонить 8 90 68 400 673. Продается четырехкомнатная квартира в двухквартирном доме с участком 17 соток в Оренбурге по улице Мирнинской, 15. Телефон 20 19 80. Предприятие «Газпром Добыча Оренбург» сообщает о реализации имущества объектов зернохранилища, расположенных в поселке Приуральский Оренбургского района. Справки по телефону 731-474. Создание сайтов. Недорого. Телефон 8 906 846 8 906. Костюмы для школьников. Размеры с 28 по 52. Адреса. ТРЦ «Восход», второй этаж, отдел «Трувор». Центральный рынок, мегаполис, павильон номер 6, второй этаж, отдел «Гарвин». Телефон 25 62 42. Ремонт стиральных машин. Запчасти. Телефон 60 60 80. Продаются ноутбуки с гарантией от 5000 рублей. Телефон 28 60 72. Только с 14 по 17 июля в магазинах «Славянка» скидка до 50% на всю летнюю одежду. Помощь в применении материнского капитала. Телефон 42 75 76. Поступление школьных костюмов для мальчиков в салоне мужской одежды «Гарвин», Мол Армада, галерея 5-я авеню. Обучение охранников. Школа охраны «Долг-2». Телефон 58 27 25. Предприятию «Строительный камень», город Карталы, Челябинской области, вахтовым методом требуется машинист погрузчика, бульдозера, экскаватора, водитель самосвала, главный энергетик. Телефон 8 951 115 41 21. Требуются продавцы на продукты в Степной. Звонить 8 987 847 94 52. В пищевой производственный цех требуется сотрудник с санитарной книжкой. Поселок Кузнечный, за Уралом. Телефон 8 987 876 26 73. Новая федеральная сеть кафе набирает сушефов, поваров, менеджеров зала. Звонить 8 932 530 67 70. В кафе «Блинную» требуются повар, кассир и официанты. Телефон 21 17 22. На мини-рынок по улице Джангильдина требуется продавец продовольственных товаров. Телефон 8 987 876 26 73. На пилораму в поселок Кушкуль требуются разнорабочие. Зарплата от 20 тысяч рублей. Телефон 295 410. Требуются водители автобуса на маршрут номер 45. Звонить 90 73 36. Требуется продавец на ярмарку. Звонить 8 987 876 26 73. Требуется помощница по хозяйству с проживанием на территории работодателя, плюс зарплата 3000 рублей в месяц. Звонить 90 24 24. В круглосуточный продовольственный магазин требуется продавец. Телефон 21 31 84. Срочно! Требуется установщик кондиционеров. Телефон 66 50 03. Требуются сварщики на монтаж металлоконструкций. Вахта. Звонить 8 986 782 40 17. Требуются машинисты бары, катка, мастер дорожных работ, водители самосвалов. Обращаться в поселок Южный, улица Центральная, 30.
На постоянную работу требуется подсобный рабочий. Звонить 8 967 777 63 87. Требуются автослесари. Телефон 20 80 79. Требуется продавец. Звонить 69 23 15. Требуется бухгалтер. Телефон 43 12 70. Требуется мастер по ремонту мобильных телефонов. Звонить 66 50 03. Строительные организации требуются водители на самосвалы с картой СКЗИ, машинисты асфальтоукладчика, машинисты катка, машинист погрузчика ПУМ 500. Командировки. Зарплата достойная. Обращаться улица Липовая, 6. Телефон 64 36 16. Требуются водители автобуса на маршрут номер 26. Звонить 90 77 52. Требуются фасовщики. Телефон 202 803. Требуются автомойщики. Звонить 28 65 75. Требуется специалист по охране труда, образование высшее строительное, изолировщики на термоизоляции. Обращаться улица Лесозащитная, 1, телефон 28 77 27. На постоянную работу требуется штукатур-маляр, сантехник. Обращаться в рабочее время по телефону 8 932 536 39 80. Требуются водители на садоводческие маршруты. Звонить 90 74 93. В автосалон требуется мастер-приемщик, инженер по гарантии, менеджер по запчастям. Телефон 37 27 67. В производственную организацию требуется слесарь-сборщик, опыт работы с электроинструментами, комплектовщик панелей, опыт работы с электроинструментами, станочник деревообрабатывающих станков, документ о профильном образовании, опыт работы. Обращаться в рабочее время по телефонам 30 62 54 30 62 53. Требуются водители автобуса на маршрут номер 21. Звонить 90 74 93. Смотрите программу «Видеоблокнот» на сайте media56.ru.